этап фестиваля «Колледж – это мы». Друзья, мы надеемся, что сегодня вы получите новые приятные эмоции и яркие впечатления. Итак, встречайте наших ребят. Честной народ, сейчас мы поведем рассказ под названием «Сказ про нас». В некотором царстве, в некотором государстве на лесной опушке стоит терем-теремок. Он не низок, не высок, меж полей располагается, аграрный колледж называется. И живут там не скучают, медицину изучают, фельдшера. Мимо нас не проходи, хлебом солью всех встречаем, да и в гости приглашаем. Глядишь на них, и глаз искрится, ну как парням не восхититься, и как парням в них не влюбиться, вот просто не остановиться. В детских домах, в больницах помогают, улыбкой и заботой окружают. Мы восхищаться ими продолжаем, и песню о любви, конечно, посвящаем. Первый раз я запел про любовь, первый раз отвлекаюсь, когда